Добрый день, Вокница. В течение 30 лет 90% из того, что было обещано, никто ничего не сделал. Наша команда за эти годы показали конкретные результаты. Поэтому и я в Бельцах, и вся наша команда – это примары городов Фалешты, Дрокия, Дандюшаны, Рышканы, Гладяны, Кантемир, Вулканешты. Мы все выиграли выборы повторно, потому что люди увидели, что мы сделали в течение 4 лет. У нас в стране настолько все хаотично развивалось и развивается сегодня, что без четкого плана модернизации страны мы с вами ничего не сможем сделать. Мы ликвидируем Центр по борьбе с коррупцией, и на базе СИБА и ребят нормальных, которые есть в НЦБК, мы создадим новую структуру, в которой будут работать десятки людей, но эта структура будет работать и в стране, и за ее пределами. Отмена иммунитета для всех депутатов парламента. Если вы идете в парламент принимать законы, зачем вам нужен иммунитет? Вы же идете делать хорошие вещи для людей. Любой человек, который идет работать на государство, он должен доказать, откуда деньги. На дом, машину, а не наоборот, как это было до сих пор. Требуем пересмотра приватизации всех концессионных договоров за последние 10 лет. У нас готовый уже законопроект, аптечный автомат в каждое село. Это терминал, в который помещается от 70 до 100 наименований лекарств. Мы его устанавливаем в примарию каждого села. Вы увидите, сколько должны лекарства стоить. У нас в стране за 30 лет были теоретики. Я предлагаю конкретную практику и использовать те методы, которые добился в Бельцах результатов. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Сила в правде, а не в помятом кульке.